это, знаете, на автобане это как нашей индустрии поп ММА. Вот эти тачки, покажи. Вот эти тачки, это обычные хайпажоры на нашем пути. Porsche это я, но это династия Перса. А вот смотрите, я просто подъезжаю, он сам валит в сторону. Поп ММА? Поп ММА то же самое. Мы как подъезжаем, все должны уходить. Есть некоторые это соблюдают, некоторые это не соблюдают. Вот, например, это Назир баскетболист, вот сейчас такой, стоит на автобане, короче, перед Porsche, это я, Porsche 911. И, допустим, Калмыков из своего Жигули там записывает мне там сторисы, типа, после двух нокаутов мне говорит, шимарнул. Калмыков, просто прими бой, по ММА зарубимся, нормально. Может, у тебя тоже получится на моем имени хайпануть, заработать на такой же Porsche. Let's go, baby!